Доброго здоров'я! І знову ми на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу, торгова марка «Гробина». І сьогодні у нас в гостях заслужена артистка України Тамара Анатоліївна Корінна. Ми раді вас бачити. Зазвичай вас бачать усі на сцені, а сьогодні будуть бачити на політичній кухні. Ми щиро раді і чекаємо від вас чогось такого цікавого і незвичайного. Так, да, ми так приоткриваємо занавіс житті актерів. Что они кушают, чем они живут, что они едят. Тамара Анатоліївна Корінна – заслужена артистка України. Народилася 23 жовтня 1957 року на Брянщині в Росії. Школу закінчила у Кіровоградській області. Акторську майстерність здобула в Дніпропетровському державному театральному училищі. 37 років працює в академічному театрі імені Щепкіна, де зіграла понад 100 ролей. Одружена із Сергієм Корінним, заслуженим артистом України. Має двох дітей та 4 онуків. Що будемо готувати? Ви знаєте, я от ночі думала, як же я назову этот пирог? І придумала, це буде називатися театральний капустник. Може бути так. Прекрасно. Отлично. Прекрасно. Пирог з капустою – це дуже добре, і в нас ще ніхто не готував. Значить, 2 стакана муки. Здесь у нас 2 стакана. Отправляем. Мы уже немножко так подготовились, да, потому что надо, процесс длительный, поэтому мы к этому процессу готовились. И да. У нас даже капуста приготовлена. Но мы потом расскажем. Конечно. Секрет, как ее готовить. Конечно. Так, теперь так. Сюда сода. Сода. Просто высыпаем, да? Да. Сколько чайная, соды? Чайная ложечка, чайная соды. Ложечка. Так. На 2 стакана муки чайная ложка соды. Ложечку. Даю. Ложечку. Так. Если на 1 стакан муки, то мы 3 ложки сметаны кладем. Угу. А если на 2 стакана, значит 6. Так, ну, в принципе, раз. Хорошо, что математика не сложная. Ага. Что... Тут жирность 2. Имеет значение или нет? Нет. Нет. Хороший сметан. 3. 4. 5. И 6. Угу. И волшебное действие пошло. Нет, еще нет. Маргарин надо натереть на терочку сюда. Так, на терочку даже? На терочку, да. Ну, давайте я сделаю терочку. Этот, скажем так, не очень, не очень веселый момент, потому что... Так, ага, вот это. Да, сейчас да, работаем. Да, все, вытираем. О, получается, весь маргарин? Весь маргарин. То есть 250 грамм? Да, да. У. Ну, смотря, конечно, какой противень, можно и на 1 стакан, но я думаю, что для нашей компании надо побольше. Потому что будут употреблять не только те, которые в кадре, но и которые за... За кадром. Как в театре. Не только актеры же работают на спектакле, осветители, монтажеры и прочие братья. Да. Парикмахеры, реквизиторы. Да. Костюмеры. Да, самые любимые девочки работают. Вы сказали театральный капустник. И часто ли сейчас такие нынче, капустники? В нынешние времена. Да. Вы знаете, наверное, ну, время немножко другое. Может быть, я пришла в такое... Капустники были, это как закон у нас. На то время в театре работала Александра Михайловна Сокол, народная артистка, Нина Васильевна Михайлова, Рыбчинский... Очень много такого, это сейчас, как бы, я понимаю, что это было среднее поколение, вот. А на то время они нам казались, ну, уже довольно-таки взрослые люди, вот. И капустники, это было, ну, само это собой само собой разумеющееся. И уже потом вы поняли, что в 40 лет жизнь только начинается. Кстати, чтобы хорошо жить, надо хорошо есть. Гордон Рамзи, британский повар. Это продолжилось, может быть, до, мне кажется, так, 90 какого-то года, а потом все это ушло на нет, может быть, от того, что молодежи это как-то не очень интересно, не знаю. Я знаю, что в ТЮЗе капустники до сих пор есть, вот, на любой праздник. То есть все зависит от коллектива? От коллектива, да. Вот. Да, да. Ну, с театральными капустниками понятно, а с капустниками в смысле пирогов? Это вот ваше детское блюдо? Или нет, оно... вы знаете, как бы, вот я себя помню в детстве, у нас выпечка как-то не котировалась.
Вот, я не знаю почему, но и я до сих пор как бы не очень люблю сдобу, пирожки, торты, конфеты. Не знаю. Сестра у меня любит очень. Она раньше бутылки сдавали по 12 копеек. Она сдала бутылочку и сразу купила конфет себе и все съела сразу. Вот. А у меня ничего такого не было. Я не любила этого. Вы родились в Кировоградской области? Нет, да? Я жила в Кировоградской области, а родилась я на Брянщине. Брянская область, Климовский район, село Новый Робск. Ну, такая история, как бы папа у меня служил в армии, и как-то так получилось, что они в Кировоградской области... Военнослужащие, да, понятно. Да, их забросили, что они там делали, еще. Не знаю. Вот. Мне кажется, можно. Но детство прошло там, получается, мамой, он да? с мамой познакомился. Они буквально, она, как мама рассказывает, такая история. 3 дня они виделись, и вдруг папа приезжает за ней, предлагает ей выйти замуж, и она, недолго думая, выходит и уезжает на Брянщину. Вот что такое военный. Да, да, да. И я там родилась. И буквально 2 месяца по отроду меня оттуда вывезли, привезли в Кировоградскую область. А вы там співочого нашего ректора не зустріли? Кировоградской области. Чи він ще тоді не співав? Вот. Так. Мне кажется, еще надо. Я бы, Саша, вот так бы... Ага. А может быть, я сама? Отдайте тесто в женские руки. Ну, я же хочу сделать... Останемся без пирога. Вот эту, как бы, грязную работу, потому что... Ничего. Все равно. Тем более, мне это нравится. Вот как-то оно интересно. Ну, выглядит это красиво. Я, в крайнем случае, с маргарином тесто еще не мешал. Мне вот всегда было интересно, как реагирует семья на желание ребенка пойти учиться на актера. То есть большинство, наверное, родителей против категорически, как ваши. Я могу сказать, что у меня наоборот получилось. Как бы, учась в школе... Я закончила еще музыкальную школу 7 классов по классу фортепиано. И в клубе у нас художественная самодеятельность была развита. А потом, когда заканчивала школу, мама мне говорит, ну куда ж, доча, будем поступать? Вот. Мама сама хотела быть артисткой. Так получилось, что бабушка ее не пустила в это вот дело. В чем да, я бы еще муки все-таки добавил. Да? А давай я сама давай. Попробую. Все, видите, как ручка заработалась? О, опыт! Вот оно. Но я тоже так пытался, вот. Я тоже так пытался. Сказать, что я сильно люблю готовить, нет. Честно? Честно. Я люблю готовить, когда праздник, когда день рождения, когда Новый год. Тогда интерес есть, ради бога. А если еще есть помощник на кухне? Не надо помощник. Не, о, вот. Я думал, главное, что не хотя, хотя, честно скажу еще, что у меня муж очень хорошо готовит, очень хорошо. Он варит холодное, он жарит котлеты, он жарит рыбу, умеет ее делать. В принципе, он... этого уже достаточно, да, как по мне. Да, так, Тамара Анатольевна, я не понял, а что-то, чем вы занимаетесь и вы он, дома? И он консервирует очень хорошо. О, вот. Я как подсобный рабочий. Заслуженный артист Украины Сергей Кориной, я бы сказал, он народный артист кухонного хозяйства. Вот. Да, да. С мясными блюдами, с мясными, с рыбными он... Это значит настоящий мужчина. И настоящего мужчину вы встретили в студенческие годы, студенческие да? годы. Он пришел к нам на второй курс. Так, вот это мы можем поставить в холодильник. Все, мы это ставим в холодильник. Так. Он пришел к нам на второй курс. Вот тогда к нам... В Днепропетровске? В Днепропетровске, да. Тогда к нам с армии пришло, по-моему, человек 6 или 7 пришло парней. И наш педагог по мастерству актера Нель Михайловна Пинская говорила, боже мой, какая гвардия пришла. Но все-таки мужики, потому что поступают в училище или после 8 класса, ну на то время было 8 или 10 класс. Вот. Ну а что, ну это же еще мальчики. Мальчики, да. Вот. А это уже после армии, это пацаны пришли. Женихи. Такие. Взрослые. Вот. И у нас был очень большой курс, у нас было 18 человек на курсе, было 11 парней. И 7 девчонок, а это как бы, ну, для курса, это очень хорошо, когда много парней, потому что обычно девчонок больше. Вот, так что... Пришел... Вы не растерялись, да, я смотрю. Да, 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 ну, пришел, господи. Так, влюбились, и на 3-м курсе мы поженились. Когда вы приехали в Сумы?
Сумы мы переехали в 78 году. Распределение, наверное, было, да? Ну, на то время, я не знаю, как сейчас. Сейчас это называется театральный колледж. На то время это было Днепропетровское государственное театральное училище. И нам на третьем курсе, даже не на третьем, на четвертом курсе, вот февраль месяц, ближе к февралю, нам давалось время, неделя или две недели, чтобы мы могли поехать в любой театр, куда ты хочешь, и прослушаться, берут тебя, не берут. Мы поехали в Ивано-Франковск, мне почему-то всегда хотелось на Западную Украину. Тем более театр, он точно такой? Да, как сейчас, да. Вот. На то время там был главным режиссером Борис. Нас брали, но надо было, как бы, вот такой, как бы, странный человек. Ну вот сразу, вот, не заканчивая училище, вот и оставайтесь. Ну как же, ну дипломы же надо получить. Вот. Мы уехали обратно в Днепропетровск, и тут к нам приезжает на то время 33-летний Равицкий, молодой режиссер Сумского театра Игорь Николаевич Равицкий. И прибегает Нель Михайловна и говорит: боже мой, там такой русак приехал, такой красивый, такой интересный, высокий, такой режиссер. Ну все, все, ему нужен розовский мальчик. Вот она сразу Сережу, розовский мальчик нужен. Вот. И дальше как бы ничего такого, но я уже была жена розовского мальчика. Весь курс хотел ехать в Сумы, потому что он сказал: это такой город, это маленькая Швейцария, это театр на берегу реки. Как студентов заманивали. Да, 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 все это так красиво, такой театр, то-то-то. Ну, вот. И весь курс хотел ехать сюда. Он взял 4 человека, как бы я с Сережей, и у нас еще одна пара была, Ваня Мещишин, Наташа Глущенко. Вот, на данный момент они не работают в театре. Мы приехали сюда 3 марта, вышли с поезда. А Сумы в марте – это ужас какой-то. Деревья голые, грязь. Тогда еще зимы. Грязь. Мы подумали, и это Швейцария. Вот. Мы пришли, а вот когда пришли в театр, и мы зашли на второй этаж, как раз ставили на сцене декорацию «Майская ночь». Вот, повесили задник, пустили какой-то свет, я смотрю, водичка вроде бы там заблестела, все такое, такие спецэффекты. А потом, когда мы посмотрели спектакль, я думаю: боже мой, какой шикарный театр, как нам повезло. Вот, нас очень хорошо принял коллектив, очень хорошо. Когда сказали: вот приехала к нам пара коренных, а кто-то говорит: сумчан? Вот. Говорят: нет, это фамилия такая, коренные. А на то время народный артист Носачев, он говорит: ну, это коренной, а ты престижная. Вот так. И так оно и получилось. Не жалели уже с тех пор, вот мне интересно, было такое, что... Никогда не жалела, что я работаю в этом театре, что мы работаем в одном театре. Ну вот, в марте месяце будет 37 лет. У нас был, как бы, буклет даже был подписан в 86 году, когда мы поехали в Москву, и у нас был подписан «Золотой час». Вот, золотое время, вот, именно поехать в Москву со спектаклями. И мы были в театрах, мы сами выступали в театре Моссовета. И подходили люди, брали у нас автографы. Для нас это было вообще дико, ну как это? Ну мы провинциальный театр, настолько провинциальный, далеко от Москвы. Но, тем не менее, это действительно был золотой час. Но это время кончилось. Жалко, конечно. Игорь Николаевич уехал в Одессу. Он нас приглашал с Сережей к себе. Но на то время надо было в Одессе иметь квартиру. Жилищный вопрос. Булгаков был прав. Вот он кому-то не дает, кого-то портит. И никуда от него не денется. И мы как-то так остановились, не уехали в Одессу. Ну, наверное, все, что не делается, все к лучшему. Кстати, пироги в большей степени выходят боком. Тут у нас две луковицы жареные, капуста с морковкой жареная. Тушеная? Ну да. Можно. На сковородочке. Сюда мы добавим творог. Так.
Что-то творог. Интересно. Вот, да. Вот этого я творог. Точно не знаю. Плавленый сырок сюда добавим. Так, Сан Саныч. Давай. Вот. Так. Сейчас мы будем мешать. Ну, можно было бы сюда, конечно, и грибы добавить. Вот. Не, и... думаешь, так и бюджетный родом блюдо. Вот это тоже на терку надо нам починить. Да, я понял уже. Были у вас... Ну, я думаю, наверняка были за сколько лет на сцене какие-то курьезные моменты, вот, которые помнятся всю жизнь. Ой, конечно, были. Бывало такое, вы знаете, вот когда ночью приснится, что ты на сцене, да, на сцене, ты забываешь текст и вообще не знаешь, какой спектакль идет, где твой костюм, и вот уже твой выход, а ты ничего не помнишь. Вот, это бывает такое, ночью может присниться. Вот. А на сцене бывало такое, мы играли спектакль «Майор Тодд и другие». Я играла девочку, Таня Рыбчинская, Валентин Бурый. Они играли моих родителей. Вот. И было так построено, что, значит, нам надо было делать коробки, лепить коробки, потому что был сумасшедший майор. Вот. Мы убираем эти. Ой, жалко, как убирает то, что мне больше всего нравится. А мы оставим. Вот, я тоже думаю, тем более это же будет там. Вот, и вдруг мы доходим до сцены, прямо на авансцене, что нам надо... Вот кто-то из партнеров говорит, приезжает король... И его встречает толпа, там тра-та-та, вот все такое. А мне надо было сказать, что и тут падает кость, или мы слышим звук разгрызаемой кости. У меня выпадает этот текст. Они судорожно двигают по авансцене эти коробки, а я не могу вспомнить ничего. У меня белый лист, ну ничего не помню. Из-за кулис помрешь... Наша показывает, она видит, что я не могу и услышать не могу, растерялась. Вот. Она вдруг хватает тремпель и показывает, что надо его... То есть звук разгрызаемой кости она мне показывает на тремпеле это. Я на нее смотрю и думаю, а при чем здесь тремпель вообще? Вот. Пока мы так выкрутились, ну, на сцене минута простоя, это кажется, что это уже просто вечность. Трагедия. Это трагедия. Ну, выкрутились, ничего. Ночами страхи бывают, посещают, а роли, которые не сыграны, бывают, снятся? Или наоборот? Нет. У меня такого нету. Знаете, у меня несколько раз вот как бы вот интервью берут и спрашивают, а вот что бы вы хотели сыграть? Честно скажу, вот что давали, то и играла. Нет такого, что чего-то очень хотелось и не получилось, да? Нету. Мне кажется, что жизнь удалась. Вот в этом смысле, что, ну, были роли, значит, я их играла. Актеры говорят о политике? Да. Ну а как же? Ну, мне кажется, что это было бы глупо, если бы мы не участвовали в политическом моменте. Сейчас в стране такое делается. Вот, мы, конечно, мы участвуем в этом всем. Но каждый по-своему. Кто-то переживает, а кто-то, наоборот, может быть, знаете, какие-то сепаратистские, может быть, даже настроения есть. Вот, есть такое. Как вот эта ситуация вообще, она как-то отбивается на репертуаре, на работоспособности? Сейчас тяжелее стало с тем, что мы, допустим, раньше можно было бы взять пьесу и спокойно ее играть, но только должна быть она залитирована, да? Вот. А сейчас возьми, а у тебя не хватит денег, чтобы наследникам гонорар, в смысле... проценты заплатить за эту пьесу. Вот это. А как с русской классикой теперь? С омской классикой? С русской. С русской, да. Это вроде теперь литература? Нет, я думаю, что нет. Сумы, мне кажется, настолько такой город, здесь не может быть только или украинского, или русского. Театр замахнуться-то на классика Уильяма-то Шекспира. На Вильяма-то нашего Шекспира. Майот, а вот на Островского вместе с Чеховым. Но единственное, что может Чехова запишут в украинце, ее скинуть. Ну что, Чехова мы сыграли. Проживал. Вот у нас был «Дядя Ваня», прекрасный спектакль был. Вот.
сейчас благие намерения идут. Смотря, понимаете, ведь тоже как бы уходят режиссеры и уходят артисты. Вот. Кто-то ищет, может быть, лучшей жизни, а кто-то уходит в мир иной. И, конечно, как бы театр от этого страдает. Хорошо было бы, если бы город, область думали о том, что у нас вот наш театр, и надо приглашать все-таки и молодых специалистов. Уже академический театр. Да. Вы не побоялись позвать свою дочку в театр, да? Вот, ну, как бы не позвать, а разрешить ей работать вместе с вами, при том, что вы знаете, какие трудности и сложности трудности, в этой, да, профессии. Ну, как бы она, сначала она не очень хотела, она говорила, я в ваш театр никогда и ногой не ступлю. Вот. Но потом, как бы, ну, чем бы я могла помочь своей дочери? Сказать, поступаю в физико-математический, я в этом ничего не понимаю. Вот. Днепропетровская театральная, вот как-то мы ее не пустили, потому что Нелли Михайловна умерла, и я уже не знала тех педагогов. Что там за школа? Да, что за школа, стоит ли. А потом даже немножко страшновато было. Я не знаю, как меня мама отпустила в большой город, а мне как-то за нее страшно было. И мы пошли сюда, в культпросвет училище. Правда, она хотела на хореографию поступать, но на то время она была немножко полноватенькая. Вот. И нам предложили на режиссерское отделение. Ну, я ей сказала, что здесь я тебе могу помочь, подсказать что-то. В хореографии тоже я не особо расскажу тебе, как быть. Вот. И уже на втором курсе она у нас играла в спектакле «Тартюф». Вот. Довольно так это прилично получилось. Я, честно говоря, я не ожидала. Я как-то думала, ну, придет девочка, ну, может, там массовки, ну, может быть, там в хоре будет. Ну, как-нибудь. А так получилось. Вот что происходит с детьми, которые растут за кулисами. Да. А как насчет зятя актера? Это вообще моя любовь. Я фамилию Челяли слышала очень давно. Во-первых, звучная фамилия, непонятная фамилия. Yeah. Вот. А тут вдруг мы встретились с Петей на каком-то концерте, где я была двойником Софии Ротару, а он ставил там так, там, фонограммы нам ставил. Он зашел к нам за кулисы и говорит, что я хочу попробовать ваш театр. Я говорю, ну это не просто профессия, как бы так с улицы прийти или где-то. Он это хрести, такие великі, да, важкі, да, кам'яні, ну, які треба перти. Ну, я думаю, может быть, мальчик шутит так, прикалывается. И потом вдруг с начала сезона он говорит, а я пришел к вам в театр. Вот. И он сыграл такой внеплановый спектакль был, Паша Рыбчинский поставил, назывался «Правда» или что такое. Вот. И он так, я думаю, какой мальчик талантливый. Он совершенно естественно говорил текст. Для вокалистов это немножко, ну как бы тех вокалистов, которых я, да, знаю, да, да, не совсем получалось как бы. А потом, когда я услышала, как он поет, вот, как он улыбается, как он может говорить текст, вот, потом он с Машей начал встречаться, а потом, когда они нам родили такую прекрасную внучку. Сначала подход к теще нашел, вот, потом вот, к Маше. Вот. Сработал правильно. Вот, тактика вот так разработана. Так, что мы делаем дальше? Ну, противень. Уже есть и хочется, аж я думаю, не знаю. Что можно доставать тесто и тут уже все настоялось, раскатывать его. Фарш наш начну употреблять. Угу. Можно его посолить, поперчить? Нет. Одна меньше половинка, другая чуть-чуть больше. Ага. Вот, вот их, так. Их будет два? Да. Одна вот будет вниз, другая наверх. О, понятно. Так, мука нам нужна. Так. Так, это можно делать одновременно, да? Нет. Нет. Давайте нет. Я лучше сама. Хорошо. Да. Давайте, мы в принципе не против. Вот у нас такой красивый качалка. Ага. А сейчас, дочка, слушает ваши подсказки какие-то? Или... Да. Вы знаете, мне как бы повезло в том смысле, что дочь моя, она мне не просто дочь, она мне подруга. Вот. Мы с ней можем говорить обо всем. Мы с ней можем советоваться, плакаться, жаловаться. Понимаете, у нас нету
такого, чтобы мы, я не понимала ее или говорила, вот ты там неправильно делаешь или еще что-нибудь. Я всегда старалась своих детей, я старалась понять, как этот Галустян говорит, понять и простить. Театральные интриги, они есть? Ну, как вам сказать? Я думаю, что мне... Они в любом театре. Нет, вы знаете, я думаю, что мне просто повезло в том смысле, что в нашем театре вот как-то при Игоре Николаевиче у нас не было таких вот каких-то... Вот теста, если не хватает, мы его просто... Чтобы формочка получилась. Да. Ничего мы... Нет. Тут достаточно маргарина. Вот, и смазывать ничем не надо. Я могу пока катать вот эту вторую часть. Нет, я сама. Все, я сама. Понял. Это моя мама. Ничего руками трогать нельзя. Ничего руками не трогать. Я пришла в театр. У нас как-то... Ну, я не знаю, у нас, мне кажется, у нас не было вот таких интриг. Может быть, они и были, но мы... Вас они обошли, да? Да. Вот. Кстати, недостаток продуктов питания дает пищу для размышления. Я уже чувствую, что это будет вкуснятина. В общем, интриги вас обошли. А вот какой спектакль вы считаете самый удачный в вашей жизни? Я понимаю, там актеры начинают говорить, что вот это как дети, этот еще не родился. Последний, самый любимый. Да. Все как бы познается в сравнении. Обычно так, артисты говорят, господи, мы выпускаем спектакль, это что попало. Вот. Потом выходим на сцену, зрители говорят, боже, какие молодцы, как это все классно получилось у вас. Вот. Но артисты, они не всегда довольны своей работой, что то получилось или другое. Ну, это и правильно. У нас была «Красношапка», завреквизиторским цехом. Мы ее называли, она начала красить волосы штемпельной краской. И у нее такие были, ну, голубоватый цвет такой. Мы ее Мальвина Захаровна называли. Вот. Вообще она Валентина Захаровна, мы ее Мальвина Захаровна называли. Знаете, это люди, которые обожали артистов. Вот, которые любили, понимали. Вот если Валентина Захаровна сидит на репетициях и смотрит за кулисами репетиции, значит, тут все нормально. Если она посидела, повернулась и пришла, можно даже занавес закрывать, можно дальше не продолжать ничего. Вот. Ну вот такие как бы... Ну это как ритуал такой. Есть, да, Валентина, да, Захаровна, да, а другие, да, ритуалы, да, какие-то у вас есть вот перед выходом на сцену? Перекрестить, что-то постучать по дверям. Да. Ну, вы знаете, как бы, вот хоть и говорят там, ни пуха, ни пера, конечно, отвечаешь к черту. Ну, ничего не сделаешь уже. Ну, правильно. И как наше государство оценивает работу заслуженного артиста? Какая доплата сейчас? Что сможем купить? Машину? Ну, хотя бы стиральную. Дачку. Вы знаете, вот как бы... Ну, это лично мое мнение. Я не знаю, как кто к этому относится. Я про деньги вообще меньше всего думала. Вот. Но знаю, что когда мне дали звание, у нас даже в театре, вот, а сколько же ей будут доплачивать? Да. Вот, обязательно спрашивают. Да, 20% за звание заслуженное, 20% идет доплат. От ставки. Да. Это не так много, понимаете, вот как бы у нас хоть и академический театр, но по академическим меркам мы не получаем деньги. А что такое? Ну, это все зависит все-таки от бюджета области. Может область нам доплачивать те деньги, которые положены для академического театра, а если нет, вот довольствуемся тем, что нам просто подняли разряды. Вот так. Ну, значит, Настя права. Ты права. Угу. Мы просто с ней спорили. У нас спор был небольшой. 20%. Зритель. То, без чего, в принципе, нет театра. Насколько люди сейчас, вот в это время, ходят в театр?
Вы знаете, как-то так получается, что ходят в театр. Залы полные? Или... Я бы не сказала, что они совсем полные, но в любом случае администрация у нас работает так, чтобы все-таки зал был заполнен. Конечно, хотелось бы выпускать больше спектаклей, тогда им бы легче было работать, потому что каждый новый спектакль собирает больше зрителя. Вот. Но, тем не менее, как-то получается так, что у нас зритель есть. Духовная пища востребована, давайте перейдем на наш пирог. Да, я думаю, что все-таки мы будем и в театре, и театр с нами будет. Давайте доставать. Кстати, людей, которые едят чебуреки на вокзале, трудно чем-то напугать. Он немножко может остыть, и мы его порежем на квадратики. И могут все угоститься. То есть вы решили нас томить дальше, нет, да? Значит остыть? Я думаю, что мы его не будем ждать. А вот сейчас он быстро остывает. Вот. Ваш муж тоже заслуженный артист. Да, он намного раньше стал заслуженным. Поэтому он заслуженный на кухне дома. В 95-м году он стал заслуженным артистом. Теперь все встало на свои места. Вся семья заслуженная. Ну, вы знаете, как бы, конечно, звание что? Это оценка твоей работы. Это, мне кажется, нету артиста такого, чтобы сказать, а ты хочешь быть заслуженным артистом? Нет, я не хочу быть заслуженным. Что он тогда делает в театре вообще? Ну, конечно. Или это было бы неискренне? Это нормальное как бы отношение. Всем хочется быть заслуженными, но я считаю, что мне немножко повезло. Вот, что я получила звание. Я считаю, что вы говорите, это не первый раз. Вот что вам повезло. Вы считаете, вам вообще по жизни везет, да? Что попали в этот театр, повезло, да, что мужа встретили. Да. Мне повезло, знаете, мне очень повезло с детьми. У меня старший сын, младшая дочь, что у меня вообще есть дети, это большое счастье. Что у меня есть внуки, у меня четверо внуков. Мне жаловаться не на что. Ну и нам жаловаться не на что, и повезет еще больше, нам тоже, кстати. Если мы уже начнем его резать и есть, потому что я не могу находиться вблизи такой красоты. Давайте. Так, ну что, я попытаюсь сейчас его, да, с вашего позволения. Вот так? Да. Все. Все пропеклось, все красота. Шикарно. Давайте, Так, и сперва чуть-чуть такой маленький кусочек. Как это? Вот так. Автору маленький. Как все мамы, а себе маленький. Ну, я смотрю, так, есть нормально. Давайте это тоже кусочек, потому что потом я не успею за съемочной группой-то. Поэтому пусть оно сразу будет забито здесь. И пусть называют, что я самый-самый голодный. Спасибо большое. Я просто ближе всех находился. Настя. Спасибо. Ну, пробуем, что у меня получилось. Смотрите, он горячий. Все пропеклось. Вот в том-то и дело. А уже хочется. Нормально? Все пропеклось. Нормально? Зря переживали. Супер. И как в театре говорят, автора. Настя, аплодисменты. Очень вкусно. Чтобы чаще вы слышали вот этот звук. На бис. Да. На бис. Спасибо, очень вкусно. И я хочу вам презентовать подарок от нашего партнера торговой марки Гробина. Вот такой. Мы не можем здесь как бы красивенький. Спасибо. Сувенирчик, подарочек. Спасибо вам. Ну и нашим зрителям я напоминаю, что вы были на Політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу, торгова марка «Горобина». Сьогодні нашим гостем була заслужена артистка України Тамара Корінна. Дякую. Аплодисменти і приємного апетиту. Спасибо.